рамках отмечают День защитника Отечества. В честь этого праздника по всему городскому округу жители возлагают венки и букеты к памятникам. Центральную площадку на проспекте Мира посетил глава Химок Дмитрий Волошин. Вместе с коллегами возложил цветы к монументу, отстоявшему отчизну. Затем проследовал по аллее героев, чтобы отметить каждого защитника Отечества. Дань памяти всем защитникам нашего Отечества, и мужчинам, и женщинам, стоявших на рубежах нашей Родины, не щадя своей жизни. Конечно, в каждой семье есть защитники, и те, кто воевали в Великую Отечественную войну. Для Химок защитить свое Отечество – это не пустые слова, потому что как раз мы были на рубеже, и наши территории как раз и отстояли в свое время. И, конечно, сегодня быть защитником Отечества – это не только носить форму и погоны, но это отношение к своей родине, к своей семье, к своим близким – это любить и защищать. Присоединились к торжественному возложению и общественники, члены общественного совета «Химки. Интересно жить». Уже несколько месяцев они посещают ветеранов, помогают, собирают их воспоминания для виртуального музея. В нашей семье этот праздник занимает особое место, потому что мои прадедушки, мой отец был военным, прадедушки мои были военными, воевали, погибли на фронте, к сожалению. И для нас этот праздник, как было в одноименной песне, со слезами на глазах. Сегодня я пришел, чтобы почтить память всем, кто отстоял нашу отчизну. На сегодняшний день в Химках проживает около 100 ветеранов Великой Отечественной войны.